Всем привет! Представляю анонс и дату выхода 183 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели, как Дарье взяла нож и ударила Керема прямо в сердце. Когда в кабинет ворвался Баран, он там уже увидел бездыханное тело Керема. Дилан также прибегает на помощь Керему. Она видит, как он плачет над телом. Мужчина говорит, что он был его правой рукой, и он всегда был для него верной опорой. Баран понимает, что Керем умер за него. Видимо, он узнал правду, которую не успел рассказать Барану. Когда Баран вызвал скорую помощь, врачи приехали очень быстро на вызов. Они сказали, что его жизнь висит на волоске, и у него очень маленький шанс на жизнь. Баран подозревает, что человек, который совершил нападение на Керема, все еще находится среди них. Барану сейчас очень трудно, но Дилан поддерживает его всеми силами. Она говорит, что Керем очень сильный, и он просто так не сдастся. Баран верит слова Дилан, ведь Керем настоящий боец. Фират кричит на Дарию, что она все испортила, и он ее бьет. Дария плачет. Она не знает, что теперь ее ждет в будущем. Женщина сделала звонок. Дарие сказали, чтобы она никуда не уходила и ничего не боялась. Гюль говорит Фирату, что он может все еще исправить. Дилан не перестает поддерживать Барана. Она говорит, что Керем обязательно выкарабкается из этого тяжелого состояния. Премьера 183 серии турецкого сериала «Кровавые цветы» состоится 9 ноября. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.